Все эти продукты произведены и выращены у нас на ферме, и наши гости всегда их могут приобрести. Мы находимся на озере Селигер, на турбазе «Эко-отель Новый Ковчег». Здесь водится огромное количество рыб – щука, судак, окунь, лещ, густерка, плотва, ясь, налим, даже угорь. Рыба практически ловится круглый год. Приезжайте к нам на турбазу, посетите озеро Селигер. Вы никогда не останетесь без улова. Всегда озеро подарит вам прекрасные уловы, удивительные впечатления. И останетесь довольны, вернетесь снова, потому что сюда, кто приезжает, обязательно возвращается.